Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как установить и запустить игрушку под названием Modern Combat 4, значит, на ваш Android. Делается это очень легко. Под этим видео будет ссылочка для скачивания, значит, данной игрушечки. Также я вам туда стараюсь скинуть торрент файл для того, чтобы побыстрее ее скачать. Значит, что вам нужно будет сделать? Как всегда, подключаем наш Android к нашему компьютеру. Вот, значит, заходим на съемный диск. Вот Android. Вот сюда, вот в эту папочку OBB. И вот так, как вы скачаете, так вот архивик распакуете. У нас будет, значит, такая папочка. Вот, вам нужно будет вот эту папку скопировать сюда. Копируем ее. Все делается очень легко и просто, как обычно. Вот такой вот будет торрент файл. Вот само приложение, которое нужно будет установить. Вот. Как вы видите. ПК файл. Игрушка хорошая, полностью на русском языке, мне очень нравится. Мне нравится эта игрушка, ставьте классы, подписывайтесь обязательно на мой канал. Вот, ждем. Игра уже почти скачалась, то есть этот. И после чего нам нужно будет обязательно также установить APK файл. Для этого что нам нужно сделать? Также его скинуть куда-нибудь, любую папочку, из которой вам будет удобно ее установить. Это можно будет сделать просто хотя бы хоть куда-нибудь. Просто можно просто вот так взять и скинуть вот так туда. После чего отключаем наш Android от компьютера и заходим в любой файловый менеджер на нашем устройстве Android. Я, например, буду использовать тот вот, так как, на мой взгляд, самый лучший. Заходим в SD-карту нашу. Находим этот APK файл, вот он, Modern Combat. И нажимаем установить. Принимаем все. Все условия и дожидаемся установочки. Можно сразу его прямо открыть. И вот что видим. Пожалуйста. Мне предлагает переместить на SD-карту, по желанию можете переместить, но я не хочу перемещать. Поэтому буду, вот здесь также можно через сеть Wi-Fi, сеть оператора. Мы рекомендуем на соединение через Wi-Fi. Так, ну да, можно Wi-Fi, вот включить Wi-Fi. Сейчас у меня включится Wi-Fi. Подключено. Вот, проверка необходимости, необходимых файлов пишет. Все, игра была успешно загружена. Нажмите ОК. Нажимаем ОК. Все, смотрим. Вот так вот это все выглядит у нас. Так, сейчас я, значит, постараюсь, чтобы было слышно, как бы, всем, что я там запускаю. Подождите минуточку, пожалуйста. Вот здесь что-то вылезло какое-то, я не знаю, я нажимаю просто сюда. Также выйду, вот, нажимаю обратно, что-то тут хочет загрузить. И так, нажмите на экран, да? Вот, все слышите звук, да? Вот так, нафиг. Так, сетевая игра и компания, я нажимаю компанию. Так, новая игра. Легко. Ну, я поставлю так нормально.
Графика на первый взгляд вообще отличная. Мне очень даже нравится. Ну тут вижу титры идут, русский перевод. Солдат сегодня нам что-то там предстоит сражение. Чтобы бежать, нужно нажать на эту кнопку, бежим. Также можно присесть. Ладно, оба присели мы. Сейчас попробую так. Надо аккуратнее здесь быть, как бы. Ну, графика нормальная вообще, классная. Так, 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 поднажимаем еще прицел. Так, вот сейчас мы их... На... Так, ладно. Желательно присаживать, а то как бы вас застрелят. Такая графика, как вы видите, вообще отличная. Бой идет очень красиво, напряженно. Всех не достанешь. Нормальная игрушечка вообще. Отличная. Отличная игрушечка. Прям на тебя в башку. Все, вообще отлично. Вот так вот можно перепрыгивать здесь. Как-то так. Вот так, оба-на. Вот так вот. Можно менять оружие на АК. Какая графика здесь. Вообще игрушка вообще супер. Можно за танк прятаться. Да, вот они начали. Короче, как-то так. Думаю, вам понравится всем. Ну, на этом все. Качайте игру, устанавливайте, играйте. Пишите комментарии к игре. Буду рад ответить. Всем пока.